В преддверии Нового года представители «Каспий Авто» совместно с заместителем председателя городского собрания депутатов Азой Алиевой собрали гуманитарный груз для наших бойцов на передовой. Помимо средств личной гигиены и продуктов питания, участников СВО ждет мед, орехи, урбеч, а также 200 килограмм традиционного дагестанского сушеного мяса. Дорогие ребята, я понимаю, что вам очень тяжело. Я понимаю, что сейчас зима, мы в тепле, мы сытые, скоро праздник. Но держитесь, мы с вами, мы переживаем, мы молимся за вас. Берегите себя, возвращайтесь домой поскорее. Как утверждают представители транспортной организации, это не первая отправка. У многих из них родственники защищают нашу страну в зоне СВО. У некоторых близкие, к сожалению, ранены или погибли. То, что мы сейчас собрали, это будет не первая помощь. Наш директор так решил, мой коллектив тоже так решил. Наши ребята, сыновья, все там воюют, мои родственники, в частности, воюют. Здесь стоящие есть, которые и погибшие тоже есть. Мы за них, пусть они почувствуют, они не одни. Наше сердце, душа с ними все время. Нашим бойцам желаю здоровья. Держитесь, ребята, мы с вами, мы вас поддержим. Мы вас и ждем, чтобы в целом сохранности вы приехали. Так что за Россию. Вместе с тем были переданы посылки от детского сада номер 8 и лицея имени Амитхан Султана. По словам представителей «Каспий Авто», отправка гуманитарной помощи для участников СВО будет продолжаться и в дальнейшем.